привет! Вы на канале Татьянин сад. Пришла весна. Сейчас начало марта, и я подготавливаю розы к открытию. Многие розоводы согласятся со мной, что розы больше страдают не от морозов, а от выпривания весной. Чтобы такого не допустить, в начале марта, когда уже сильных морозов не предвидится и днем положительная температура, с укрытий сбрасываю снег. Очень яркое солнце приводит к тому, что снег подтаивает, становится тяжелым, мокрым, а внизу образуется лед, и он мешает поступлению воздуха внутрь укрытия. Мокрый снег также мешает просушиванию агроволокна, которым были укрыты розы еще осенью. А высокая влажность внутри губительна для кустов роз при плюсовой температуре. На солнечной стороне снег сходит быстро и не требуется лишних трудозатрат. Но есть укрытия, на которых снег лежит дольше, на 2-3 недели. С этих укрытий я снимаю снежное одеяло. Конечно, еще может выпасть снег, но он будет легкий и пушистый. Опыт многих розоводов показывает, что выпадов всегда больше, если не счищать снег. Также снег растает быстрее, если посыпать, к примеру, укрытие золой. И если у вас укрытие с пленкой, то тоже рекомендуется сделать доступ воздуха, открыть, к примеру, торцы. Ориентируясь на погоду прежде всего и на местонахождение вашего сада, каждый определяет дату подготовки роз к открытию.